Как сообщал «Кавказский узел», вечером 11 сентября участники протестной акции против подорожания электроэнергии, прорвав полицейский кордон, вышли на проспект Баграмяна в Ереване. Полиция обратилась к демонстрантам с требованием освободить проезжую часть. Примерно в 3:30 по местному времени полицейские силой вытеснили активистов, которых к этому моменту оставалось около 40 человек, с проезжей части на тротуар. Корреспондент «Кавказского узла» сообщил, что после столкновения с полицией не менее 4 активистов обратились за медицинской помощью. Один из членов инициативной группы «Нет грабежу» госпитализирован с ушибом грудной клетки. Полицейские участки с проспекта Баграмяна доставили 48 манифестантов. Все они были освобождены утром 12 сентября, сообщили в пресс-службе ереванской полиции.